Нові гелі для душу Аксаполло та Deep Space. Прийми душ як герой. Ну что же, ребят, еще раз всем добрый вечер. Мы продолжаем смотреть трансляцию сегодняшнего дня, с шестого игрового дня. И играет у нас X-Game против Secret Team. Составы команд на ваших экранах. Mantis, Reeves, Ватафака, Сталкет, Эквал против Пупея, Ноутейла, S4, Куроки и Симбы. Опять-таки, краткие статистические выкладки. Мы видим, две игры сыграли NextKZ. Обе проиграли. Пока не самый лучший старт у них, надо выигрывать. Ну и вы знаете, что Секреты сыграли одну игру и, собственно, выиграли ее. Причем команды Игорь, веселая была игра, но, собственно, не смогли Игоря потащить, скажем так. Ладно, смотрим, собственно, за пиком в этом матче. Элдер, Титан, Пак и Сларк. Ну, тут я немножечко перепутал стороны, то есть вот так вот оно должно быть. Пупей, Ноутейл, S4, Куроки и Симба у нас играет за Дайр. И вот такие первых три пика от них. Ну что же, Ancient Apparition, Ли Контроп, Бетрайдер и Угрмак. Пики от X-Game KZ. Ну и что? Чем ответят сейчас бан от Секретов? Ну, у них, в принципе, очень неплохой пик. Мы видим Пак, их любимый Элдер Титан Дазл, связка саппортов со Сларк. Ну и добирать мейн-керри нужно какого-то хорошего. Посмотрим, кого они доберут. Radiant Team Ban. Ну и вы знаете, по-моему, очень даже неплохой такой пик у X-Game. Главное его правильно реализовывать. Опять-таки у нас два матча подряд в исполнении Секретов. То есть сейчас они играют с X-Game, потом они сыграют с Hellraisers. И, ну, есть на что посмотреть. Ну что, last pick. В бане Doom, в бане Банша. И последний пик от команды Secret Team. Фуриона не забирает для Симбы. И у нас получается Сларк от Куроки. И Вивера забирает Мантис себе. Ну что же, начинается вторая игра дня. Thank you.
Ну и давайте смотреть эту игру. Итак, собственно, второй матч сегодняшнего дня. 11-й сезон Star серии. Приобретайте билеты опять-таки на сезон, ребятки. Призовой фонд уже более 100 тысяч долларов и продолжает расти. Опять-таки у нас, и понятное дело, поддерживайте команды. 2.50 с каждого приобретения у нас отправляется в призовой фонд. Ну и давайте смотреть. Сезон только-только разгоняется. Еще все матчи Нави впереди. Все матчи Альянс. Опять-таки 14 матчей Секреты, Тинкеры, Virtus.pro оба состава. Все самое-самое интересное, конечно же, еще впереди. Китай, плей-офф, Америка. Ну, только-только мы начали, сыграно менее 5% матчей, так что вы ничего фактически не пропустили. Ну и присоединяйтесь к растущему количеству фанатов Star серии и команд, собственно, которые играют в них уже в январе, в конце января. LAN-финалы очередные. Так что дождитесь. И опять-таки в Киеве, как всегда, будет горячо. Потому что прошлые финалы были шикарными. Я надеюсь, следующие будут еще лучше. Хотя по качеству игры, вы знаете, сделать следующие финалы круче, чем прошлое, это ой как сложно. Ну что, в легкой линии мы видим, пошел у нас Сталкет на Бетрайдере. В миде у нас будет Ватафака стоять на Ликантропе. Ривз, Мантис и Эквал — это трипла в сложной линии от X-геймов. У Секретов S4 в миде на Паке. В легкой Биг Дэдди, Биг Дэдди, Пупей и Куроки. Ну и в сложной, конечно же, Симба. Давайте смотреть, как тут Симба будет справляться. Итак, на топе Ривз. Мы видим, пытается как-то с Эквалом сразу же устроить какой-то экшен. Ну, вы знаете, по-моему, тут трипла команды из Казахстана, в принципе, будет чувствовать себя довольно, довольно хорошо. И как бы у Сларка могут быть проблемы. Ну, вот мы видим в миде, First Blood тем временем зарабатывает. Вот NoTail! Вот он, NoTail, который отходит в мидлейн. Мы не один, не два, не 10 раз это видели. NoTail, который на своем Elder Titan умудряется с первых же левелов устраивать гангбэнг по всей карте. Ну, это 4, зарабатывает ФБ, убивая ватафаку. Ну, это плохо, потому что здесь пак получит левел намного-намного лучше. Ну, то есть у него будет 6-й левел, в то время как у Ликантропа только-только будет 5-й. И опять-таки, если вовремя подбежит саппорт, можно будет делать еще один фраг. Но тут ватафаку сейчас надо продолжать харасить, потому что рядом NoTail. И понятное дело, что можно здесь еще раз через эхостом попытаться забрать. NoTail 2-й левел, мы видим, ничего он пока не качал на 2-м левеле. Думает, ну а что тут думать, тут надо Астрал Спирит качать. Ну что, Мантис 15 на 2. Ну и не ясно, что здесь. Не ясно, что делать в миде. Ну, ватафаки, нужно получать экспу. Но 7 убитых крипов, это как-то очень печально, учитывая 14 на 3. Ну, вот Operation сейчас подошел на помощь. Но, опять-таки, мы понимаем, что вниз отправился у нас Ривз. И в итоге получается так, что на топе Вивера оставили одного. Хотя, в принципе, стартовый буст дали довольно неплохой. И Мантис тут может уже сам держаться. Есть вторые сокучи. Так что все более-менее окей. Ну что, Пупей 5-1.
Пупей с тапком, третий левел, от Матиса по спине чуть наполучал, отбежал. Кстати, снизу там напали уже на Куро. Куро тоже оказался уже на нижней линии. То есть тут пошел вот такой вот свапчик линиями, получается. Ну а Ноутейл имеет возможность на топе немножко пофармить. Но мы понимаем, что должен, наверное, и Симба там оказаться. Но он не оказывается. Он не оказывается, потому что Симба отправляется в леса. Сложную, опять-таки, отдают здесь непонятно куда и кому. Куроки почему-то туда пошел, сразу же возвращается. И что же дальше? Что-то какие-то странные перемещения от Секрета, я думаю, вы согласитесь. Куро должен был стоять эту линию и продолжать дальше. Но вот, может быть, решил, что надо саппорта в... Ну, посмотрим. Итак, Ноутейл, мы видим, действительно, получает четвертый левел уже здесь. Собственно, саппорты неплохие. Сларк 9-0 крипстат, это, конечно, печально, учитывая, что у Матиса 2-4 на 5, и у Матиса сложное. Это получается уже не очень-то и сложное. Вот Мантис прыгает на него. Ну вот, вот, вот Мантис, ну, ну как так погибать-то? Ну лол. Ой, ну это, конечно, очень серьезная ошибка сейчас. И посмотрим, собственно, аукнется ли это казахам. Второй фраг на ровном месте. Казалось бы, очень сложное начало игры. У Матиса все отлично, но в итоге он тратится кучей для того, чтобы чуть-чуть прохарасить Ноутейла и получает по щам. Минус пак тем временем в миде. Бэтрайдер вместе с Ривсом залетели, ну и на двоих, собственно, сгорели пака. Эквал 8-6. Ну, вот Эквал тоже получает. Кстати, шестой быстрый левел у Эйншта Паришина. Он, конечно, будет очень полезен для X-геймов. Это факт. Мантис вернулся на линию. Мантис понимает, что надо быть осторожнее. Ну, кстати, будет таймлапс через пол левела, да, будет проще. Так легко его убить нельзя будет. Но он зато Куроки сейчас получит фарм по таврам. Правда, здесь пушат. Ну, то есть выпуливают крипов на линии, ребята. И... поэтому не так легко ему там по таврам стоит. Но, опять-таки, Кура умеет. Хотя мы видим, что-то не очень-то умеет он по таврам добивать. Начало так себе. Так, ну что, Биг Дэдди. Тем временем пятый левел. У Гармак четвертый против него. Перемещение по линиям у Секрета вообще... какие-то очень жуткие, то снизу, то сверху, то в миде они, ну, просто постоянно где-то находятся игроки в каком-то лютом движении. Ну, бывает. Симба 23 на 1 имеет на топе. Пупей. Опять-таки Куруки дерется с Мантисом. У Мантиса нету маны, и Мантис... едва-едва живой ушел. Мантис возвращается. Вот он, таймлапс. Мантис. Теперь у него нет маны. У него сукучи на кулдауне. Куро. Ну, блин. Ну, Мантис. Ну, только я сказал, что будет он осторожнее. И Мантис не стал осторожнее. Не может он в себе вот побороть вот это желание пойти убить. Ой-ой-ой, курица. S4. И еще одна тычка. И курьер погибает. Неплохо, опять-таки, нашли в лесу S4 и Ноутейл, собственно. Курьера забрали, 3-1, минус курьер. Проблемы, опять-таки, в миде у Ватафаки, потому что не может он себе принести морбит-маску. Надо бежать пешком, а потом ТП-шиться. Ой, тем временем размен у нас на топе очередной. Сларка разменял Мантис на себя. Пупей фуловы. Пупей здесь вовремя был. Опять-таки, Грей в него был в кулдауне, поэтому Сларка спасти он не мог. Но сразу же шестой левел у Папи. Сейчас будет седьмой. Мы видим, пока у него вкачан в 3 Shadow Wave. Не качал Poison Touch по ненадобности. Но вот есть Вив. Вешает он на Сталкета. И Сталкет уже по тавр не лезет. Ну что, опасно. Опасно, опасно. Мы понимаем. Хоть и тикает не очень быстро, но все-таки армор по чуть-чуть дотикает. Что же, Ancient Operation 16-8.
Ну, вот Ликантропа, да, вот есть у него Владмирс почти 40 на 3 крипста, то есть он разогнался очень хорошо после вот этой глупой смерти в самом начале, да, когда его убили. Ну, опять-таки, вот то, что не летит ему Владмирс, да, потому что нечему лететь, это, конечно, плохо. На топ, ульт парата. Куру пробила, Пупея нет. Вот сейчас ультом прочно будет веселее. Вивер минус Элдер Титан. Ну, вот так вот Мантис появляется снизу. Мантис продолжает активничать. На этот раз Мантис оказывается на нижней линии долго. Так, Бэтрайдер. Бэтрайдер. Poison Touch первого левела. И Бэтрайдер 8 левел отсюда уйдет. У него дагер через 100 голды. Ему вообще нельзя подставляться. Так что... Все правильно сделал здесь сталкер, что ушел отсюда. А вот с даггером, как только он у него появится, надо опять-таки с Мантисом пытаться устроить какой-то экшен. 2-3-0. Вот это Мантис дал старт игры. Прям молодец. Хм. Только если бы умирал чуть-чуть меньше. 10 минут игры за нами. Давайте графики глянем. В 0 по деньгам, в 0 по XP идут команды. То есть какого-то отрыва нету ни у одних, ни у вторых. Сейчас курица через 30 секунд только появится, которую убили. И только тогда себе Ликантроп что-то принесет. Пока он вынужден стоять вот так вот ближе к своему хайграунду, чтобы, не дай бог, не подставиться. Ульт парата. И PS4 попадает. А нет, смотрите. Вы смотрите. Пак таки увернулся. Дэмэдж не получил, но вот его пробило немножечко. Шлейфом, скажем так. S4 приобретает дагер, и Сталкет приобретает дагер практически одновременно, сразу же ганг. Сразу же ганг на то будет пытаться забрать Пупея либо Куроки. Пупей без маны здесь, особо много у него не хватит, вот тем более сейчас даже не хватит на грейв. Отбегает он, оставляет Куроки одного, и сейчас будет минус Куроки. Смотрим, Бэтрайдер. Есть ТП, Куро, паунсаут, Бэтрайдер будет погоня, Бэтрайдер долго думает, и слишком долго думает Бэтрайдер. Слишком долго думает Бэтрайдер, уходит сюда, палит свой блинк, и уже неожиданности не будет. Хотя и так, наверное, неожиданностью это бы не было. Пак ставит ультимейт на Бэтрайдера, и тут же сейчас дазл будет. Минус Бэтрайдер моментально, ульт аппарата продает отличный. С4 спрятался от дэмэджа, прилетел Симба, Куро. Ну, просто отойдут. Ну, вот, блин, вот когда должен дагер реализовываться, он должен реализовываться в атаку, а не в защиту, да? И в итоге смерть, конечно, здесь вообще никуда не годится. Ну, и пятый фраг для команды Secret. S4, 63 на 11 имеет крипстат, самый большой на карте. Есть у него блинк-дагер, посмотрим, что он дальше будет покупать. Может быть, в стиле Фобоса, может быть, S4 будет перенимать лучшее от Фобоса, скажем так, и приобретать Мидас. Но пока Мидас приобретает только Куро. Опять-таки, тапок, базилка, щит. Мидас 11 минута поздно. Но есть. Что, S4 и Big Daddy мы в миде тут напотерпали, разбежались. S4. Не с Denial, но можно убить Ватафаку. Ватафака ТП аут и минус. Ну вот Ватафака, да, забрал тавр, сам погибает. Пак его зарабатывает на нем кучу денег, кучу XP опять-таки. Мантис по-прежнему 2-3-0. У Мантиса брасер появился. Аквила, ПТшечка тут тоже есть. Ну и Паришин. Будет ли он делать агоним? Вот тут мне интересно. Ну, то есть, будет ли он пытаться вытянуть с себя максимум фарма, скажем так, повесить все на плечи у Гармага. Ну, это тоже не всегда правильно, то, что и одному, и второму нужен агоним. Но вы же сами понимаете, что все за раз ты не получишь. И два аганима, это, конечно, будет космос для X-Game, но сейчас это будет сделать тяжеловато. Ладно, давайте быстренько пройдемся по героям Секрета. Пупей, Аркан Тапки, куча вардов. Мы видим, есть у него медальон. У Элдер Титана есть 8 левел. Ну, в принципе, тут сейчас будет станчик. Ай-яй, поздновато. И Мантис уходит отсюда, еще дает сворм. Ну, Мантис очень битый был. Не успели его сбрить до появления, до, собственно, того, как он ушел в таймлапс. Но в итоге выживает Мантис. Потрачен был ультимейт Пака в никуда. Ну, раз мы про Пака уже заврели, то ПТ даггер у Пака мы видим. Дальше у Сларка есть Мидас, есть ПТ, есть Базилка, есть Щиток. Ну, и последний это Фурион, который в лесу после ПТ делает себе Мидас. И 2 нуля у него уже есть.
Вот такой вот Фурион. Тем временем у команды X-Game Ватафака на Ликантропе есть, у него мы видим Владмирс, есть у него тапочек щиток. У Вивера Баймантис 1100 голды, тапок Брасер Ring of Aquila. У Бетрайдера есть Даггер, есть собственно Базилка. Ну и дальше что? Дальше есть Soul Ring, дальше есть Транквил Буцы. Бетрайдер готов уже прыгать на Куро. Куро подставляется. Ну и че ж так долго думает? Вот только сейчас прыгнул. Тут же ульт аппарата и это минус Кроки. Все четко и быстро. Так должны были сделать и в самом начале. Тауэр на топе сразу же забирает Ватафака вместе с тиммейтами. Очень неплохо. Ну а тут Рошан. Тут Рошан втроем через медальон. Абсолютно правильное решение от команды Secret. Вот, забирают они Рошанчика, получает кучу XP, 11 левел пак, есть Аэгис у него. И 850 голды сверху. По таверам мы видим, 2 тавра забрали ребята из Казахстана, 1 тавр забрали секреты. Ну и 15-я минута игры, пока игра в таком размеренном темпе у нас идет. Пятнадцатая минута игры. 4-6 проигрывает X-Game. Ну, заденайли Radiant и свой тавр в миде. Не дали денег опять-таки секретам, но секреты будут забирать вышку снизу. И опять-таки здесь Симба, мы видим, залетел в не самую удачную точку. Говорит, сломайте мне кто-то одно дерево. Лол, он вынужден ТП делать. Ну, это вообще бред, конечно. Тут... неприятная ситуация получилась, потому что ни у кого тангуса не было. Нет, ни у кого не было тангуса, никто не мог сломать деревья. В итоге Симба ошибается, но пеньков-то он вызвал. И... пак, ультимейт тем временем, минус Вивер моментально фактически в лесу нашли, убили, все очень четко. С блинка уже тяжело. Да, все-таки вы смотрите, С4. Мидас! И теперь уже мы можем сказать, как Фобос. Да, ну вот начинается новая вот эта мода, приобретать эти мидасы. Опять-таки, это прикольно. Ну тут Пупей. Мы видим, пытается пулить в лесах. С4 встретиться с Ватафак. Ватафак, кстати, 11 левел, первая Некра. То есть, как бы оно там ни было, но у Ликантропа дела идут нормально. Да вообще, как бы у казахов дела идут нормально. Ну, 4000 голды не проигрывают, 4000 XP, это, конечно, печально. Но вот эти вот эйншенты, какой-то фарм на линиях, и все будет хорошо. И как только появится третья Некра у Ликантропа, можно будет еще веселее действовать. Что же, Мантис. 2-4-0. Ну и Мантису уже погибать не стоит больше. Мы Димитрил Хаммер у него первый появился. Не знаю, будет ли это БКБ, либо это будет сразу дезолятор. Я думаю, что это будет дезолятор, потому что БКБ здесь, ну, против пака, конечно, важная штука. Против всех важная. Но я думаю, Мантис будет все-таки собираться сразу в дэмэдж. Есть у меня почему-то такое мнение. Но я могу быть, конечно же, неправ. Ребят, я всем еще раз напоминаю, что прямо сейчас параллельно на канале twitch.tv/dreamleague, нижнее подчеркивание V1 LAT, идет дерби между Virtus.pro и Virtus.pro Polar. Так что обязательно смотрите трансляцию. Ай, как хорошо тут попадает Эквал по Куроке. Браво, просто в лесу поймал Куру. Очень четкий ультимейт. Ну и тут просто брависимо и цепуляет также Симбу. И это 6-7. Вот супер. Вот сейчас вот просто... 10-секундочка от команды X-Game прям на славу. Ну а здесь втроем секреты будут пытаться забрать. Ну что ж, тавр здесь одефили, пошла погоня. Бетрайдер, блинк у него есть, но вот дальше непонятно, стоит ли бежать, но вот мы видим, нет.
не побежал до конца, скажем так. Ну что, Симба фармит леса. Симба, кстати, уже с Манштромом. Будет делать чуть-чуть Мьёльнир. То есть деньги-то у него появляются. Появляются довольно активно. Ну что, Дазль у нас... 2-0-1, имеет пока Пупей, хорошо отыгрывает, кстати. Ну, игра, скажем так, застопорилась. То есть, ребята из Secret ждут, пока у Куро начнут появляться уже серьезные дамажащие артефакты. Здесь Мантис все-таки собирает Блокинг Бар, ну и Симба встряет. Будет ли Вив? Вот он Вив, вот он Грейв. Есть куча ТП, ульт аппарата залетает. Симба по-прежнему жив, Симба просто улетает отсюда. Ну и убили Дазла. Вот Дазл спас Симбу, но сам погиб, зато забрали Бэтрайдера. Это Killing Spree для S4, и уходит отсюда Вивер. Ну, в принципе, более-менее, наверное, неплохо получилось. Ну что, в миде, подгорел. Ой, как хорошо сейчас по Симбе! И это минус, Фурион! И еще и проблемы могут быть у Куроки. Пока, вы знаете, Эквал эту игру очень сильно решает. И параллельно Ватафака сгрызает Т2 на топе. Есть сюда телепорт, летит Пупей. Ну, Пупей тут, в принципе, мало что может сделать. Ватафака в форме, собственно, волка. И забирает вышечку сейчас без проблем. Пытается уйти. Пак. Ой, как же не вовремя у Ватафаки заканчивается ультимейт. Ай-яй-яй-яй-яй! Одного удара не хватило здесь, чтобы добить его. Ух, какой момент. Какой момент у нас произошел. Да, ну и Квал, конечно, пока своими ультами очень радует. 1500 голды у него, ну как только... Как только появится у него Аганим, будет, конечно, все намного менее весело для Secret. Отыгрались сейчас, отыгрались казахи. 1800 голды и 2000 XP осталось преимущество у Secret. И БКП появляется у Мантиса. Вы знаете, по-прежнему X-Game в этой игре держится очень-очень хорошо. 2000 у Сларка он должен делать. Он просто должен делать здесь себе скади. Но вот как? Нутейл далеко пошел. Нутейл, что же вы здесь делаете с С4 вдвоем? Курицу опять пытается убить. С4 просто прыгает за курьером. В итоге получает станчик. Ульт аппарата по двоим. Ай-яй-яй, как хорошо. Пак стоит ультимейт. Там залетел неплохой все-таки ульт от Биг Дэдди. Перед смертью Куроки пытается сгрызть Ватафаку. Ватафака на один удар остается в живых. И Куроки тоже траблы. И Пупей тоже погибнет. Куроки в таверну. Пупей остается один. Симба сюда тоже залетел. Пытается сделать тэп-аут. Но не получается. У него и это Team Vibe в исполнении команды X-Game KZ. Вот так вот. Из-за того, что очень много всего было потрачено в попытке убить курьера, которого в итоге не убили. Не, убили все-таки курьера, в нем ничего не было. Но минус курица и два героя в размен на пятерых. X-Game выигрывает эту драку и сразу же забирает тавер. И казахи у нас сегодня очень хорошо смотрятся. Ну что, Мантис, 6-4-2. Ну и что секретом сейчас делать? Они понимают, что они сейчас потеряли уже все преимущество, которое у них было, а было у них больше 4000. Они уже проигрывают. И по деньгам, и по XP. И там разгоняется Вивер, а у них, у Сларка пока ни черта нету. У Пака появились ветра. Пак станет еще более сейчас таким мобильным и неуловимым. Но... Что здесь Куро?
Ну, Кура, мы видим, к Симбе сюда подбежал. И будет пытаться, неужели, выйти на Т2. Ну, может быть. Или просто так на линии собрались втроем. Ну, вот, один пак отправляется пока в атаку, а казахи уже в миде. Казахи уже в миде. Пока здесь Астрал Спирит, мы видим, хозяйничает. Бэтрайдер. Так, тут же ветра, ульт аппарата. Биг Дэдди попадает, Биг Дэдди выживет. А теперь нет. Минус Биг Дэдди, тут же байбэк. Бэтрайдера разменяли, Куров грызается в Ривза. Ривза должны убить, тут же Фурион. Тут же Мантис бьет Куроки, Ривз. Ривз все-таки погиб, уже 2 в 1. Ну 2-2, извините, все-таки был байбэк. Биг Дэдди, опять-таки, еще и после байбэка чуть не умер. И квал тут, конечно, не ули... Да ладно, а почему... Не успела его сбить. Биг Дэдди. Мы видим до ветров или до линки, или то, что он там собирает, очень далеко. Старт не самый успешный. 0-3-6 у него. И если у нас в прошлой игре была Винга 0-3-6, так. Куров инвизи спалил движуху. То Винга-то была полезная. Здесь мы видим, Биг Дэдди пока пользы внести не может. Ну, именно то, что от него ожидают, он пока не дает. Ну, Куроки решил купить, мы видим, Shadow Blade. Да, он там не в инвизии, он в Shadow Blade уже бегал. Это довольно странное решение. Видимо, понял, что со скалями, наверное, надо будет повременить. Ну и, ну ладно, как уж есть, так есть. По нетворсу 13300 у Ликантропа, 11500 у Мантиса, 11100 у С4. Ну и Куро, мы видим, на четвертом месте. Очень нестандартная ситуация в играх. Конечно же, команда и Secret, чтобы Куроки находился на четвертом месте. Ну, опять-таки, такие герои у соперника. Куроки очень тяжело убивать. Опять-таки, мы видим, видит он, что тут происходит. Тут же делает блинкаут. Куро. И уворачивается, собственно, от флеймбрейка, уходит отсюда пешком. Пупей, ноутейл. Тем временем возле Рошана скучковались. Куро. Куро на Ривса. Куро. Ривсу больно. ТП надо сбивать. Есть сбитое ТП. Ну и Ривса тут убьют. Но, правда, ульт аппарата на этот раз не попадает. Особо ни по кому. Забежал Ликантроп в БКБ. Пытается сгрызть Куроки. Куроки погибает в секунде. Пупей. Один удар. Второй. И Пупей тут неприятно. Пупей очень неприятно. Пупей пытается жить под хилом. Но тут ватафака его не хочет отпускать. Грейв, ну ничего же это не даст, конечно же, Пупею. И Дазл. Да ладно! Ну, все-таки руками его сейчас ватафака догрызет. И минус Пупей. Опять один в два. И размен саппорта на Куроки и Пупея. Параллельно Фурион уже пытается пушить Т2 в вышечку. Да ладно, ну тут Симба что-то очень наглеет. И с второго раза, конечно, улетит, но... Лосо мог бы бетрейдить, кстати, потратить. Но просто не было у него фаерфлая, поэтому не... Ой-ой-ой. Тут Рошан достается ребятам из команды X-Game. Еще и прыгнул пак, который погиб. Ой-ой-ой-ой-ой. По-моему, секреты посыпались, ребята. По-моему, у секрет начинаются серьезные проблемы. 4000 XP, 2000 голды. Вивер становится очень плотным. Ликантроп то же самое. У него 2300, третий Некраб, БКБ, Владмирс, Аэгис и Тапок. Ну я прям даже не знаю.
Надо время, надо время. Нужен Фурион и его постоянный сплитпуш. Нужно Куроки как-то быть более живым. Ну что, ну, пока 1100 хп, это хронически мало, учитывая тот дэмэдж, который уже ликантропницы с Вивером вписывают. Вивер, кстати, купил ультимейторп, и не знаю, что это будет. Линка или, может быть, Монтастайл какой-то. Линка, в принципе, ему здесь не особо нужна. Поэтому, скорее всего, какую-то Монту соберет. Ну, вариантов, опять-таки, много. Мантис видит Куро. Ой-ой-ой-ой, как больно Куроки. Как же ему больно, пол хп моментально слетает, ну и вы понимаете, да, что это штука такая. Ну и Virtus.pro тем временем выиграли первую карту Virtus.pro Polar. Ну что, здесь попытка убить Рошана. Ой, убить Т2 Tower, Бэтрайдер цепляет Пупея. Неплохо, Пупей там ультимейт паков никуда, минус Пупей в секунде. Разлом неплохой. И Бэтрайдер, кстати, тут очень серьезно так приподгорел. Но, конечно же, не умирает. Фурион забирает Т2. Помочь своей команде он не может. Ну и Т2 в миде тоже падает. Ой-ой-ой, 4! 4-5-4. И вы знаете, какие-то ошибки от Густава странные мы видим. Там есть стан. Есть стан, поэтому, может, подстанете. А здесь Т3. Здесь Т3 понемножку падает. И есть все еще Некрономикон. Парейшн там погиб. Сларк его сгрыз вот здесь. Где его там сгрыз вообще Сларк этого Парейшна? А вот здесь вот. Но в любом случае. Там бараки падают. Бараки падают. Ватафака. Надо уйти. Есть 4 после байбека. Ватафака БКБ. Но формы нету. Мантис впрягается в драку. Фурион. Минус Ватафака. Эгис потерян. Фурион. Фурион здесь тоже в таверну. Фурион, есть байбек, и надо, скорее всего, его делать, если хотят продолжить драку. Ну, потому что здесь С4. С4 пытается... Ух-ху-ху-ху-ху! Куроки. Куроки с Ривсом. Куроки очень больно. Ривс по-прежнему жив. Симба блинкаут сделал. Куроки зарежет Ривса. Да, Куроки зарезал Ривса. И в итоге минус 2, но там-то минус 3 или даже минус 4. Куроки успевает все-таки паунс-аут сделать. Но тут уже Бэтрайдер. Тут уже Бэтрайдер, который цепанул Пупея. Пупей продолжает. Продолжает Пупей как-то стараться выжить. Не получается у него. Как же помогает здесь Ноутейл. И неужели Бэтрайдера не добьют? Нет, Бэтрайдера не добивают. А тут Некра. И тут Фурион пытается отбиваться от Некров. Ну это просто жесть какая-то, а не драка. В итоге мид все-таки сохранили свои ребята. Ребята, и секрет, но в следующий раз будет тяжелее. Тут волк грызет этот барак, у него 100 хп осталось у барака. Опять-таки, смотрите, да, ребята из Казахстана прекрасно понимают. Но тут стоит Backdoor Protection, поэтому волк его не сгрызет. Прекрасно понимает, какой барак надо бить, да? То, что надо. Ну что, Симба. На топе. Даггер 800. Аганим первый есть. И второго не будет. Второго не будет. Мы видим, здесь Апаришин и так попадает очень хорошо. Что пак 465. Мантис 200. И Кираса. Там Кирасой у секретов даже близко не пахнет. Ну, Скади появилась у Куро. Спанули Биг Дэдди. Мантис успеет ли убить? Конечно, успеет. Конечно же, успеет. Еще и ульт аппарата сюда по паку залетает. Четыре-четыре-десять у Бэтрайдера. 16-й левел имеется. Мантис 20-й левел. Ну, БКБ 7-секундный, дезолятор 2700. Ну, тут, посмотрите, пытается им в спину забежать сейчас Кура.
И курьера очередной раз зарезал. Третий раз уже убивает курьера, ребята, и Secret. Может быть, именно поэтому он... X-Game такие злые. Куро, Куро, очень больно Куро. Ульт аппарата залетает не по нему, но Пак ставит ультимейт, спасает Куроки. У Пака, кстати, Аганим будет появляться? Нет, пока ничего у него не появляется. Две стоны, понимает, что ему нужен и Аганим, и, собственно, потом, наверное, Хекс какой-то, потому что без этого вообще никак. Ну что, Куроки. Ну тут Симба пытается сделать максимум, конечно. Так, С4. Моментальный минус, нет байбека. Ой-ой-ой-ой. А почему бы не пойти? А почему бы не забрать тавер, не пойти на Т3? Потому что здесь разменивают Куроки вместе с Пупеями. Кто-то должен прилететь. Но вот никто пока особо на Куру не нападает. Протоест, есть тут несколько телепортов. Уходит отсюда. Ватафака, и уйдет Лида. Ну ватафака второй раз уже. Ватафака. Я же заговариваться начинаю на его никнейме второй раз. Второй раз, собственно, уходит на таких бодылях. И, собственно, это, конечно, спасает. Спасает его от двух дополнительных смертей. Так было бы 6-5 уже, 6-3. А что-то он купил. Что он купил? Что он купил? Ничего он не купил. Кираса Некро 3 ПТ. Больше ничего у него нету. Курицы-то и нету. Как-то странно. Кажется, Кирасу он уже давно купил. Ну, да ладно. Манта Стайл появляется у Вивера. То время здесь, ну что, Хекс будет у Nature's Profit. У Пака ничего пока нету. У Куроки 2500. То есть Куроки тоже что-то может себе попытаться нарожать. Эквал, 15-й левел. Ну и 16-й ультимейт, это тоже хорошо. Даже без Аганима. Ой-ой, Ривз, Ривз, ставит вард, тут же его поймали, моментально сбрить. И слушайте, а в отсутствии одного героя это можно попытаться придумать что-то? Просто Огрмаг это, ну, единственный директ стан, да? Тут станов больше нету вообще, и Огрмаг очень сильно помогает X-геймам. Так что, может, все-таки Секреты постараются что-то сейчас выдумать? Как бы действительно, это важный фраг сейчас был. Ну, конечно, тут есть глиф. Конечно, Секреты уже, мы видим, потеряли много времени, поэтому пока не... зайдут. Если не зайдут, то Громак будет жив, но, видимо, не отказываются все-таки заходить. Уходят в другую сторону. Ну, 16-й квал очень нужен. Ватафака, мы видим, 1100 голды на фарме. Ну, кстати, то, что казахи успокоились, это тоже неправильно. Им надо было продолжать давить. Ну, реально, они почти снесли мидлейн снизу. Цепляет у нас Куро, Куро, Куро. Очень больно, Куро. И это минус Куроки сейчас будет. Если догонят его до конца, будет паунс сейчас через глиф. Да, и Куроки все-таки выживает с блинка. Если бы это был минус Кура, было бы, наверное, очень круто. Заставили бы его сделать байбек. Но вот мы видим, не получилось. Мантис. Мантис. Пупею разваливает лицо очень серьезно. Гост. Тут же Фурион. Мантис БКБ. Побежал за ноутейлом. Мантис. И возвращается в таймлапс. Тянул сюда четверых героев команды Secret. Ну, а тем временем Т2 Тавр забирает казахи на параллельной линии. Но, правда, здесь Мантису идут помогать. Мантис минус. Ривз прилетел. Дазл сделал этот фраг.
Параллельно Куроки забирает Эквала. Не надо отпускать. И Эквал пытается засловить Куро. Пульт аппарата есть. Куро сделал фраг. Здесь вы смотрите секреты. Загнали у Гермага на хайграунд и убили. Теперь двух суппортов нету. И байбак надо делать Мантисон. Но тут параллельно Ликантроп. Ликантроп очень серьезно так решил забежать. Но вот получает, получает станчик. Получает спруты на голову. Забрал только Т3 Тауэр. Пошла. Пошла война у нас. Ну и ватафака. 6-3-6 у него. Пак покупает первый полезный артефакт. Появляется у него аганим. Ну, вы знаете, вот этих несколько фрагов секретов, они дают им хороший такой буст. Ой, нифига себе, хороший буст. С 5000 в минус 2 и с плюс 6000 в минус 7,5. Ого, как тут переворачивают-то. И Куроки приобретает Баттерфляй. Куро побегал здесь. Никого. Вот Гем. Ой-ой, Бэтрайдер. На кого прыгает? Ветра. Хорошо. Бэтрайдер долго не знает, кого ловить. Только сейчас ловить Ноутейла. Но его и ловить не надо. Так что лосо не потрачено. Ноутейл просто развалился. И БКБ прожмакал ватафака. БКБ прожмакал у нас Сталкет. Разбегается отсюда секреты. Надо забегать на топ. Надо забегать на топ, пока есть шейпшифт. Пока нету Ноутейла. Надо заходить, пытаться снести еще один Т3 Тауэр. Но вот нету уже шейпшифта. Зато есть... Гапша вот это вот. Ну и тут же ТП вниз, потому что Фурион свою работу знает. Но, правда, Фуриону сейчас объяснят, что он не прав. Есть же все-таки лассо у Сталкета. И Симба, Хекс, успеет ли... Да. Да, да, да. Хекс тут же ТП домой, все абсолютно верно. Он понимает, что Сталкет в Хексе сбить точно ничего не сможет. И спокойненько размансовывает отсюда. 42 минуты уже длится эта игра. Вот это да. Ну что же, аганиму Гермага, больше ему ничего не надо. Правда, 1600 уже забрал, может какой-то дагер купит, ульт аппарата вниз полетел. Секреты понемногу-понемногу все-таки вернулись в игру. И вот сейчас они уже могут начинать действовать с позиции силы. Но опять-таки, любая ошибка может привести к провалу. Но у них есть Сирегис, и не реализовать Сирегис, это будет очень-очень неправильно. Ватафака, ой, сейчас будут проблемы. Ну вот БКБ ТПАУ, да. И сможет ли он это сделать? Врывается, Хекс. Ой, как его тяжело-то пробивать. БКБ и улетает. Не хватит, да, или хватит, хватает. Куроки все-таки с ДД. Куроки все-таки с ДД. И 42 агилы наворованных, так что нормально. Пробили и убили ватафаку. Кстати, пойти заставить сделать байбек, и это очень сильно по финансам ударит. Уже ударило, ударит еще больше. Ну что, Симба. Есть Хекс, есть 4500. Хорошая у него тут позиция, если вдруг захотят напасть на кого-то. Но мы видим, по линии маякует Куро. Давайте идти. Куро. Куро на Ривса. И сбить-то по нечему.
Ай-яй-яй, опять не хватает одного удара. Пак стоит ультимейт на базе, чтобы на Куру вдруг никто не напал. Ульт аппарата, и прям в него прыгает С4. Правда, он-то был в арбе, поэтому его не пробило. И пауза. Вот Сталкета. Что-то там лагает, да? Маус, пишет Мантис. Ну и, блин, я надеюсь, что пауза не затянется, потому что у нас там Secret Hellraisers уже через 25 минут должны начать свой матч. Третий матч сегодняшнего дня, так что будем надеяться, что тут не будет задержек. Больших задержек. Тоже, Куро. Похилили его. Начинает бить Т3. Очень хотят, чтобы Ватафака сделал байбек, но Ватафака, Бэтрайдер, до сих пор Ватафака не делает. С4, есть Грейв. Сыр схавает сейчас. С4, сыр. Не успевает. Но минус 3 у X-Game. С4 не успел, но минус 3. И до сих пор не выкупается у нас Ликантроп. Ну вот уже, понятное дело, надо выкупаться. Но в любом случае, трое умерли. Разменяли их на двух. Разменяли на Дазла и Пака. Погоня за Куроки. Ну, Куро тут паунт сейчас делает. Он еще в лесу кого-то подфармит. И тут его уже ловите четверо. Понятное дело, что Куроки здесь, наверное, поймать будет очень тяжело. Опять-таки и бить его уже тяжело. Баттерфляй, Скади, 25-й левел. Эгис так и не потерял. Блин, если бы там Пак, конечно, успел прощелкать сыр, все было бы хорошо. Это Куроки лучше бы там погиб. Куроки была Эгис, но, видимо, цепанули все-таки Пака. 28-24, X-Game впереди, по деньгам 7000 ведут секреты, 9000 они ведут по XP. Ну, ребят, напоминаем еще раз, что параллельно на канале Star Ladder 4 сейчас идет матч Dream League между Tinker и MVP Phoenix на канале Dream League Vilat. Прямая трансляция второй карты матча Virtus.pro Polar. Ну что, мид-барак потеряли один секрет, и они понимают, что байбек ради одного барака делать бессмысленно, поэтому отдают его. Куро 4800. Второй барак, понятное дело, здесь волкам не убить никак. Профет, кстати, с БКБшкой уже. И Профет 200 уже имеет сверх БКБ. Что очень даже неплохо. Так, тут погоня за Куро. Куро пытается сгрызть Сталкета. Сталкет БКБ. Пак поставил ультимейт. Симба проседает от Мантиса очень сильно. Симба закрылся, но жучок на нем висит, поэтому минус Симба. Будет ли делать байбек? Делай байбек, лети в драку. Делай байбек, лети в драку. Что ж ты так долго думаешь-то? Куроки дерется тут до конца. Симба не делает байбек. Ну, лол. Минус Пупей в итоге, минус Куроки, и Биг Дэдди тоже погибает. Но, ну вот, вот, пожалуйста, Фуриона, который за счет того, что он мобильный, мог сделать бабек, прилететь не было. И драка проиграна 5-5-2. Да, веселая у нас пошла игра. И секреты, которые вы помните в прошлом сезоне Star Ladder, проиграли самый первый матч, а потом не проигрывали 20 с копейками матчей подряд, в итоге сейчас имеет возможность проиграть еще одну игру.
Ну что, ребят, мульти-твич запускаем и параллельно Dream League Vilad, Star Ladder 1, Star Ladder 4. На всех этих каналах сейчас идут трансляции Тинкер против MVP Phoenix на канале Star Ladder 4. Virtus.pro против Virtus.pro Polar на канале Dream League Vilad. Ну и здесь Secret против X-Game, а потом Secret против Hellraisers. Ну и пауза затягивается. Опять-таки, я надеюсь, что недолго будет длиться вот эта вот самая пауза, потому что пока что-то долго она длится, да? Что-то будет долго чинить свою мышку у нас ватафака. Ну и вот, наконец-то. Продолжаем. Продолжается эта невероятно интересная игра. И, ну, мне очень интересно, чем же она все-таки закончится. Ликантроп приобрел себе Башер. У него... Квал 3-2-14 имеет. Ну и вы знаете, учитывая, что очень голые линии, надо идти разводить на байбеке. Но вот времени, вот пак есть байбек, Кура тоже должен делать его. Ну и надо бежать быстрее, Мантис должен постараться хотя бы посплитпушить. Но вот почему Ликантроп не забежал параллельно на низ, я не понимаю. В итоге глиф сейчас прожат. Мантис пытается развести на байбек Куру. Ну делает сюда телепорт. Ну а че ж так пупее-то бояться? Ликантроп забирает Т3, пак ставит ультимейт на Ликантропа, тут же Биг Дэдди. Ликантроп пока не ведется, формы у него нету. Биг Дэдди, едва живой, Ликантропу пофиг вообще. Тем временем Мантис сносит вторую сторону, на топе третья сторона тоже падает. Ватафака просто решил заулынить, но у него есть байбек. Две стороны упало, остался один барак. Ну вот, он результат той драки. И Мантис делает тэп-аут. Один барак у секретов. Шикарно отыграли вдвоем, потому что бетрайдеры, там, парейшины, огры, они были черт пойми где. И в итоге один барак, который к тому же грызет сейчас волк, и тут нету бэкдор системы, поэтому волк реально его грызет. Но, правда, волк скоро умрет. All-in, один шанс остался, идти до конца, что вивер забежит и или контроп и этому бараку ГГ. Ну и, собственно, мега крипы, но, правда, еще в миде барак, то есть два барака, два, извините. Два голых барака. Т4 товара и трон. Долго тут не простоять, вы знаете. Пупей получает в лицо с бластом и сразу же побежал за ним Мантис. У Пупея проблемы, грейд на себя. Ну, понятное дело, тут Пупею не выжить никак. Правда, зачем было на него тратить сейчас лассо, непонятно. Да, Мантис unstoppable. Мантис забирает 148 голды. Экспа ему уже не нужна. Так, здесь Ривз улетает. С4 сбивает телепорт Ривзу. Пытается забрать быстро Ривза.
Тут драка пошла уже на два фронта. Мантис БКБ, Ноутейла прижалили. Ноутейл, Симба. Ой-ой-ой, как же Мантис уже наваливает, а? Биг Дэдди тоже в таверну. Куроки пытается ПВП с Мантисом. Кстати, выигрывает его, но у Мантиса есть байбек. И он его сделает, если нужно будет. Так что то это небольшая проблема. Ликантроп побежал в атаку. Воин. У нас тут, вот видите, нету линии. То есть сидит в таверне 6 человек. На карте тишина, спокойствие такое. Ну чем же закончится эта игра-то? 50 минут она уже длится, и мы можем только гадать, действительно, чем эта игра закончится. Ну что, Сыра Эгис. Достанется он опять-таки секретом. Скоро мы видим Abyssal Blade. Ну тут волчок рядом бегает. Ну, ультаппарата и не успевает. Конечно, Сыр, Аегис разобрали. Пупей забрал Сыр. Пупей надо выживать, понимает они это. Что Пиксгеймы тоже тушуются. Они не спешат. Они понимают, что можно сделать одну ошибку, и на этом игра закончится. У них у всех есть байбеки, и они, в принципе, могут рискнуть пойти в атаку. Бетрайдер. 4-6-20. Ну и ловят, ловят сейчас секретов. Там Шива появилась. Хотят, точнее, поймать секретов. Мантису не помешал бы Bloodlust. Тафаки тоже, понятное дело. Ну и секрет, ответка, смог. Побежали, 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 побежали. Мантис видит, видит все, что происходит. Мантиса тоже спалили. Тут же Ватафака успевает войти в форму. Вот оно, БКБ тоже получает стан. Ватафака цепляет Куроки. Пак поставил ультимейт. Никто выйти отсюда не сможет. Куроки пока засейвили. Куроки сможет все-таки внести еще дэмэдж. Куроки, если погибнет, все будет плохо. Да, Куроки погибает. Дазл тоже погибает. Не успел даже скушать сыр. Пупея. Ну и вот Пак пытается отсюда уйти. Пака. Не хотят отпускать, хотят забрать у него Аегис. Он там вернулся, собственно, на орб, теряет свой Аегис. Пак. Ну тут попробуй его поймать. Он, конечно, отсюда уйдет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не уйдет. Не уйдет. Минус 3. Нет байбека. Вот это да. И мы с вами становимся свидетелями просто шикарной сенсации. Вице-чемпионы прошлого сезона проигрывают у команды X-Game. Что здесь выиграть нереально. Фурион сплитпушит. Здесь даже пытается, мы видим, через бэкдор забрать барак. Пока, правда, не особо идет. Но вот сейчас пойдет. Последний барак в миде тоже Ватафака сгрызает. Это мега крипы. Т4 Таурат тоже сейчас попадают. И X-Game KZ выиграют эту игру. Ну, они еще на что-то, секреты еще на что-то надеются. Я не знаю на что, но действительно они на что-то надеются. Т4 просто доносят сейчас X-Game. Пытается Биг Дэдди выигрывать время. Ну, надо выиграть еще очень много. Надо выиграть полминуты. Ну, Биг Дэдди действительно пытается. Симба залетел. Симба и минус Симба. Есть байбек, он его тут же делает. Но сейчас уже толку нет. Есть дазл также. Заюзан был глиф. Трон. Фулл дэмэдж в трон. 2000 хп у трона. Ватафака просто улынет в трон. И это победа X-Game KZ. Вау. Вот этого мы явно не ожидали. X-Game KZ добывает для себя первую победу в рамках Star серии и тем самым наносит первое поражение в рамках 11 сезона команде Secret. Браво!
Ну что, ребят, сейчас у нас будет маленькая пауза, потому что был очень длинный матч этот, и секреты вернутся на игру Hellraisers против Secret. Никуда не уходите.